Всем привет! Сегодня познакомлю вас с малоизвестным съедобным грибом рядовкой серебристой или чешуйчатой. Это старые экземпляры, у которых уже практически исчезли чешуйки, поэтому сложно опознать. Рядовка серебристая отличается мелкими размерами шляпки, не более 8 см, ярко-белым цветом пластинок и ножки, очень хрупкой мякотью, даже более хрупкой, чем у сыроежек. У старых экземпляров встречаются ярко-желтые пятна на пластинках. Гриб очень ароматный, со свежим грибным рядовочным запахом. Растет в лиственных, хвойных, смешанных лесах, парках, садах, на обочинах, иногда образует ведьмины кольца. Рядовка серебристая съедобна после 20-минутного отваривания. Я собрала несколько молодых на пробу, но они оказались червивыми. Придется попробовать в следующий раз. Рядовка серебристая – гриб для более продвинутых грибников, так как можно спутать с ядовитой рядовкой чешуйчатой. Будьте осторожны и не берите, если не уверены. И, конечно же, обращайтесь, если нужна помощь в опознании. Всем пока!